Всем привет! Вы на канале Nelfobit. Сегодня мы поговорим с вами о проекте Unifinity. Мы живем в промышленной революции, и внедрение компьютеров, мобильных телефонов и гаджетов повсеместно доступно для широких масс. Технические гиганты, в том числе широко известные платформы социальных сетей, такие как Facebook, в настоящее время используют определенные усовершенствованные в области телекоммуникаций для информационных технологий, а также внедрение блокчейна и искусственного интеллекта. Facebook недавно объявила о создании проекта Libra. Это техническая смежная индустрия, в настоящее время широко принято и признано всеми и вызывает массовые нарушения в сфере образования. Снижение интереса студента учиться и проводить большую часть своего времени в социальных сетях и играть в настольные онлайн-игры – один из факторов отсутствия на работе и отсутствия интереса к продолжению учебы. Низкая успеваемость учащегося таким образом отражается в высокой степени отсева. Тут вопрос, что делать, если с каждым годом интерес к образовательным учреждениям со стороны их студентов уменьшается, а недовольство только растет. В этом нам поможет проект Unifinity. Unifinity – это децентрализованное предложение DEP, работающее на блокчейне, которое призвано стать для школ, учителей, родителей и учеников самым простым средством отправки и получения платежей за обучение и проекты. Unifinity позволяет университетам и школам любого размера быстро внедрять использование технологии блокчейн и умных контрактов для различных приложений. Unifinity сосредоточилась на предоставлении технической поддержки и услуг образовательным учреждениям для поддержки академических и административных процессов посредством умных контрактов, которые облегчают сортировку данных, отслеживание, мониторинг деятельности и посещаемость студентов. Unifinity использует блокчейн, предоставляя платформе все преимущества, связанные с использованием блокчейна, и значительно увеличивает потенциал. Использование криптовалюты, смарт-контрактов и токенов создает неизменную, защищенную от несанкционированного доступа цифровую метку времени, которую можно интегрировать и использовать в различных приложениях. Эта технология блокчейн помогает в организации и управлении системой обучения, что в конечном итоге приведет к увеличению производительности. Внедрение искусственного интеллекта также привносит новый подход в НИОКР – исследование и разработки, который привлечет внимание к лучшим учебным процедурам и практикам при использовании этих новых технологий. Все это делается за счет использования токенов как формы виртуального отпечатка пальца и отметки времени, защищающие от несанкционированного доступа, а также предоставление стимулов и поощрений каждому учащемуся в приложении. Unifinity предоставит как родителям, так и учащимся и руководству полный и удобный доступ ко всем соответствующим данным. Динамический интерфейс, соединяющий всех партнеров и процессы блокчейн, предоставляя необходимую инфраструктуру и набор интегрированных инструментов. Это позволит университетам управлять функциями и приложениями блокчейн за долю от текущих затрат и времени. Unifinity позволит университетам автоматизировать график расчета заработной платы, автоматизировать график платежей для выплат сборов и сотрудников, управлять, отслеживать данными для платежей, а также предоставить доступ к главному университетскому кошельку с помощью закрытого ключа для студентов и их родителей, предоставить доступ к материалам курса, записанных в блокчейне, сертифицировать, к примеру, ваши курсовые и дипломные, предоставить уникальную идентификационную карту университета и многое другое. К тому же студенты могут получать оповещения о предстоящих событиях, к примеру, экзамене, о новых уроках, предстоящей сессии или каких-либо напоминалках о конкретном событии. Используя кошелек Unifinity, родители смогут отправлять и получать пособия, автоматизировать оплату университетских сборов, управлять и отслеживать финансы. Таким образом, Unifinity создает новую цифровую эру в образовательном секторе, где каждый сможет получить от этого выгоды. Вы были на канале Nelfobit. Спасибо за просмотр.